Нефтеюганский район впервые принял Всероссийский экологический форум. В его работе участвовали школьники и студенты из 12 регионов страны. Жанна Воронина расскажет подробнее. Зрелищный заплыв на областях открыл основную программу форума. Участники ознакомились с национальным видом спорта, его особенностями, а спортсменам на старте и эстафете посоревновались за победу. Я посвятил свою победу народам Ханты, Манси. Один из приглашенных экспертов в области экологии – специалист из Подмосковья Ольга Саватеева. Она не первый раз в Югре и отмечает разницу общечеловеческих ценностей, в том числе отношения к природе и экологии жителей округа. Это территория, где, наверное, я оставила часть своего сердца. Совершенно потрясающие люди, которых я ранее нигде не видела. Это открытость, это тепло, это желание поделиться с тобой своими знаниями, своими какими-то представлениями об окружающем мире. Здешние люди, жители абсолютно по-другому относятся ко всему окружающему. Участники буквально слились с природой, обсуждая экологические вопросы и проблемы. Быть ближе к природе и провести его вот в таком чудесном месте посчитали очень знаковым. Сейчас мы решили, что необходимо поддерживать те территории, которые у нас занимают лидирующие позиции в сфере охраны окружающей среды. Нефтеюганский район, если вы в курсе, он в том году занял у нас первое место как лучший муниципальный район в сфере охраны окружающей среды. Каждый из участников – это целая планета, наделенная знаниями и опытом, человеческими ресурсами и желанием делиться ими. В Нефтеюганском районе нашего округа проходит это мероприятие всероссийское, потому что мы все озабочены и очень много сейчас в стране делается. Насчет экологии, насчет мусора, насчет охраны окружающей среды, там, водных резервов. В рамках культурной программы гости форума в перерыве основных мероприятий смогли насладиться национальной кухней, попить полезный травяной чай под рассказы экспертов о быте коренных народов Севера. Жанна Воронина, Максим Акимов.